Федерал Пресс на международной промышленной выставке «Инопром 2021». И у нас в гостях руководитель Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Геннадьевич Казаков. Здравствуйте. У Челябинской области есть интересный проект, аналог нацпроекта «Производительность труда». Расскажите о нем подробнее, насколько я понимаю, достаточно популярен и настолько популярен, что планируется расширение его финансирования, на что он направлен, в чем его плюсы. Ну, наверное, сперва надо сказать о самом нацпроекте, что в России реализуется нацпроект «Это производительность труда». Это один из 12 нацпроектов, которые сейчас активно в стране реализуются. И это мой, ну, можно сказать, любимый проект, про который я могу разговаривать и рассказывать очень много. Но вхождение в этот проект для предприятий, оно имеет границы. То есть минимальная нижняя граница – это оборот 400 миллионов. Тогда предприятие может, ну, уже такое… То есть крупные предприятия? Ну, нет, это еще малое предприятие, то есть до 700 миллионов у нас все-таки это малое предприятие. К нам обратились, и это была, наверное, совместная инициатива региональной опоры России и нашего Министерства промышленности, Фонда развития промышленности. А что делать малым предприятиям? Да, им интересно, они видят. Когда наш проект заработал, пошло сарафанное радио, люди увидели, что инструменты бережливого производства работают. Они реально приносят пользу с минимальными вложениями для предприятий. И мы вышли тогда на губернатора, вот опоры, Минпром Челябинской области и Фонд развития промышленности Челябинской области. Губернатор поддержал, и мы запустили эту программу. Проводим циклы обучения, привлекаем прогоняемых через фабрику процессов. Это такая деловая игра. То есть ребята смогли, ну, своими руками попробовать себя в производстве. Возможно, это еще не глубокие знания, но то, что мы смогли зажечь их глаза, ну, это дорогого стоит. Да. Сейчас мы наблюдаем третью волну заболеваемости коронавирусом. Скорее всего, есть риск того, что будут какие-то новые ограничения, в том числе и в рабочих процессах, да, того, что просто работать дистанционно. Какие риски для промышленного комплекса вы видите в этих условиях? Как готовы с ними работать? Риски есть, безусловно. Риски, которые создают неопределенность, они всегда сдерживают развитие. И в первую очередь инвестиционный процесс, когда люди принимают решение о работе в долгую, потому что непонятно, что на горизонте 2-3 лет произойдет, а играть в долгую, вкладывать деньги в развитие, ну, надо понимать, куда... Притормаживает инвестиции. Да, в определенном смысле притормаживает развитие. Но я могу сказать, что по нашему региону наиболее дисциплинированные в период пандемии оказались именно промышленные предприятия. Все внедрили системы индивидуальной защиты, были у всех. На проходных стояли термометры, санитайзеры, все соблюдали. И реально вспышек именно на промышленных предприятиях в нашем регионе было минимум. Но я могу привести пример. У нас есть предприятие в Магнитогорске, «Уралэнергоресурс». Ребята сами разработали, сами позаимствовали европейский опыт где-то, создали ручки противоэпидемиологические, то есть ручка, которая на обычную ставится для того, чтобы можно было вот так открыть дверь, да, не прикасаясь руками. Они их сделали, они просто подарили Челябинску, Магнитогорску, крупным городам, Уфе. Они подарили их на... Но только Челябинск, у них 500 тысяч этих ручек подарили просто от себя, малые предприятия. То есть они на несколько миллионов раздарили этих ручек. Ну, поэтому здесь не про деньги. То есть это тот случай, когда пандемия мобилизовала. Но россиянам всегда нужны проблемы для того, чтобы стать сильнее. Да? Я думаю, сейчас, имея уже этот опыт, также вот, соблюдая санитарные нормы и вакцинируясь, наше производство и третью волну пройдут с минимальными проблемами. Самое главное – человеческий капитал, человеческие отношения. Абсолютно отношение. Верно. Все остальное благоприобретается, и даже деньги. И приумножается. И приумножается. А хорошие, добрые люди – это наша главная ценность. Спасибо большое, Сергей Геннадьевич. Это была открытая студия «Федерал Пресс» в рамках международной промышленной выставки «Инопром 2021». У нас в гостях был директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Геннадьевич Казаков.